Сижу такой, думаю, чтоб мне поиграть. Ксюш не хочет снимать видосы. И я решил сыграть в Roblox. Тут в какие-нибудь мини-игры. Я только что посмотрел про Скорти, там, где эту кон про нуба. И мне захотелось тоже в какие-нибудь токоны сыграть, вот. Так. Я знаю, что есть много всяких разных токонов. И сейчас найдем какой-нибудь. Что я, по-моему, еще ни одного токона не увидела, мое удивление. О, боже мой. А это что такое за игра, интересно? Интересно знать. Интересно знать, понимать. Я не хочу экспериментировать игры. Это мне незнакомая игра. Я просто хочу в тукон сыграть какую-нибудь. Только и всего. Варткон. Типа оружие, токон или что, не пойму. Мини-игра, токон. Ну давай сыграю в мини-игру, токон, что ли. Давай, мини-игра, токон. Я не против. Это немного... Немного странный такой. Чекуся! Можно взять Чекусю как-нибудь? Дайте Чекусю мне. Хочу Чекусю забрать. Помните, это прям точно копия не симулятора чувака. Это моя Чекуся. Это черепашка. Только там нет свинки. Реально, это прям как симулятор чувака, слышь. Тут немного другие игрушки. Реально, вот очочки так. Мне кажется, это пародия на крутого чувака, ей-богу. Вообще. Привет, привет, пацаны. Я не знаю, что-то надо делать. Что-то ко мне пришли. Станьте от меня, я не знаю. Что мне надо делать? Я не знаю. Я Кристина с кровати загинала и сказала ей играть в комп. Сказала тебе играть в комп. Кстати, Ксю, посмотри. Смотри, тут Чекуси. Ксю, посмотри, прям как из это. Из симулятора крутого чувака. Вот Чекуся моя. Вот Черепунжа. Ну чё, ты не хочешь играть в Roblox? Ты же вроде хотела, Ксения. Это такой хороший шанс. Уж мне надо загонять... История. Эй, идите ко мне. Чё вы стоите? Идите ко мне. Это чё, типа твой магазин? Да, вот два посетителя. Посетители. Которые ничего не делают. Идите ко мне. Вот ко мне один посетитель пришёл. Здравствуйте. Ты типа вот этот продаёшь? Я не знаю, что я продаю. Ксения, ну давай сыграем, а? Какую-нибудь другую игру. Ксения, ты разве не хочешь? А, вот. Так, игровые автоматы. У меня есть 55 рублей. Я могу построить. Да мало что могу построить. Еще деньги зарабатываются. Эй! Здравствуйте. Вистор. Что хочешь мне купить? А, реально, походу, мне надо хотя бы что-то построить для начала. Это будет у меня стоять вот здесь. Ей! Все, теперь вы будете хотя бы что-то тут. Ура, деньги зарабатываются! Это, походу, можно улучшать как-то. Только как? Круто, деньги зарабатываются. Здравствуйте, сэр. Деньги зарабатываются, ура! Много денег. Знаете, я буду ждать долго-долго, пока у меня много денег не накопится, и я куплю что-нибудь крутое. Например, миллион, блин, не. Такое, надо что-то такое купить. Ладно, буду копить на Clef Grand.
страны. Клевграны. Ну, это будет долго. Ну, главное то, что я разобрался, что тут надо делать. Ой, скоро там мне чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось. Давай, ей! А, нет, все. А, все, да. Это... А, это мне будет стоять здесь. Все, стой. Стоять. Все, круто. А, это что? Прикольно. Это как-то можно улучшать, я не знаю как. Как ей улучшать? Не пойму. Эй. Как тебя улучшать? Улучшить. Боже мой, это, по-моему, нереально улучшить. Улучшить тебя как? Боже мой. Я без понятия, как тут. Что я могу построить? 2 миллиона, боже мой. Ну понятно, в чем тут прикол. Когда у меня уж все заполнится, будет все в автоматах стоять. Какие тут самые крутые автоматы? Пинбол. Бильярд, точнее. Понятно. Начинаем с таких маленьких всяких прымбамбасов. Долго будет копиться. Мои монеты. Все, накопилось. Это будет все здесь. Прекрасно. Привет, пацан. Пойду куда-нибудь. Пойду-то кому-нибудь в гости. Могу чужих людей чужих людей поставить? А, логично. Логично. Ой. Прикольная игра. Могу интересно построить, я его могу построить. Ну еще такую штуку. Вот такую и вот такую. Да, таких автоматов. Они все разные. Все, 2 таких автомата будет стоять. Прикольно, интересно, достижения у меня сохраняются, надеюсь, да. Дальше вот такая вот игра. Ксень! Куда делать? Она не хочет снимать. Какой-то дядька за компьютером симулятор. Мне хочется глянуть. Офис.
ноги.